сидишь, зимовье, тепло, хорошо, одежда висит, сохнет, мокрая была насквозь сегодня, печка жарит прямо, сидишь и думаешь, как все же хорошо, как здорово. Выходишь на улицу, там снег. Сегодня выбрались с верхнего зимовья сюда вниз, приехали в пойму. Метель, снег. Уже, наверное, если за ночь где-то сантиметров 15, то сейчас уже сантиметров 40 точно. И снег падает, падает он. Наступаешь. Все замело. А Антон пошел на безымянный, хочет еще проверить путик. Поэтому, а я лежу, балдею. Тепло, хорошо. Какой снег идет, офигеть. Придет опять мокрый насквозь, Антон. Мы сегодня домой планируем выезжать. Не знаю, пробьемся, нет, буранник замело. Там еще надо будет с машины что-то разбираться, выедем, не выедем. На трассу хотя бы пробиться, там километров 15. Вот, не знаю, сегодня тяжелый будет день. Перевалы, скорее всего, никто не чистил. Ну ладно, пойду дальше греться, что ж делать.